Сегодня у нас тема правописания согласных на конце слова. А всем пофиг, все в телефонах сидят. Ну раз всем пофиг, то и мне пофиг. Я тоже буду в телефоне сидеть. Ну вот, в каждом третьем комментарии ошибка. А мне пофиг, почему-то пишете с буквой «К» на конце. А мне пофиг, почему-то с буквой «Г» на конце пишете. Что за фигня? Я, конечно, понимаю, что вам пофигу, и вы задвинули учебу огромным пыльным пуфиком. Но есть правила русского языка. И надо изменять слово так, чтобы после согласной появилась буква гласная. А мне пофиг пишется с буквой «Г». Проверочное слово «пофигизм». А мне пуфик пишется с буквой «Г». Потому что проверочное слово «пуфикизм». Но если вам пофиг, как писать, мне тоже пофиг. Лайк я все равно поставлю.